Здравствуйте, меня зовут Петр Кричинский, я директор Польского культурного центра в Москве. Я бы хотел очень поприветствовать всех, кто решил участвовать в этом нашем мероприятии. Уважаемых участников дискуссии представит через минуту наш ведущий Петр Черемушкин, а я бы хотел сказать буквально пару слов про то, почему эта тема для нас важна, как она связана с нашей миссией, как Польского культурного центра, и почему мы хотим говорить об этом именно в Москве. Так, тема для нас важная, потому что поляки и евреи очень долго были сплочены какой-то особой связью, так сказал. Причем бывало очень по-разному, хорошо и плохо. Но мы, конечно, предпочитаем помнить то, что в существовании обоих народов было хорошего. Помнить, например, то, что летописец Натан, Ганновер писал в 17 столетии, когда евреям на Украине угрожало истребление. Описал он вот так: когда князь Вишневецкий, да будет благословенна его память, отступал за своим войском в Литву, вместе с ним бежало около 500 еврейских семей. И когда грозила опасность с тыла, он приказывал евреям идти впереди. Когда опасность была спереди, он выступал вперед, как щит и панцирь, а евреев оставлял позади. Или времена польского январского восстания 1863 года, когда польские евреи пошли сражаться за независимость Польши вместе с этническими поляками. Кстати, я бы хотел напомнить, что одна из варшавских улиц только что, буквально, по-моему, неделю тому назад, была переименована в честь одного из еврейских героев этого восстания, этого времени, и вообще героя тогдашнего польского национального движения, Ребе Дофбер-Майзельса. Польское государство помнит все это. И потом заботиться о наследии еврейской культуры, разрушенной немецкими оккупантами во время Второй мировой. А почему мы хотим говорить об этом именно в России? Во-первых, потому что нам кажется, что россияне, причем я имею в виду и русских, и российских евреев, знают обо всем этом мало. А наша миссия – это популяризация польской культуры, которой частью является история. И еще потому, что, может быть, у меня есть такое впечатление, что, может быть, у российских евреев есть своеобразный опыт и своеобразная перспектива, которая может быть полезной в польско-еврейском диалоге как таковом. Ну все, Петр Германович, вам слово. Большое спасибо, Петр, за это вступительное слово. Оно нам, для нас как камертон, как вступление такое, которая позволит нам построить эту работу по, на мой взгляд, очень интересной, малоизвестной в России теме, которая называется «Еврейское наследие в Польше». Для меня представляет большое удовольствие сегодня представить вам участников этой дискуссии. С российской стороны это знаменитая специалистка в области еврейской истории, вообще польско-еврейских отношений, иудаики, Виктория Валентиновна Мочалова, которая, в общем, даже и не нуждается в представлении, ее знают все и в России, и в Израиле, и в Польше. Она кандидат филологических наук, заведующий центром славяно-иудаики Института славяноведения Российской академии наук, директор Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах Сефер. Большое удовольствие мне представляет объявить об участии Алексея Ильича Миллера, известного специалиста по странам и по истории стран Центральной и Восточной Европы, долгое время работавшего в Будапеште, доктора исторических наук, ныне профессора факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге и научного руководителя Центра изучения культурной памяти и символической политики, что, собственно, пересекается и с моими интересами, касающимися памятников и памяти в Центральной Европе, в нашей части мира, в России, в Украине.
Доктор хабилитованный Гжегош Берент, профессор исторического факультета Гданьского университета, знаменитого польского университета, и исполняющий обязанности директора музея Второй мировой войны в Гданьске. Это очень интересный музей. Кто не бывал там, рекомендую посетить. Это очень со своеобразной экспозицией, которая представляет версию Второй мировой войны, начало Второй мировой войны, события вокруг нее у нас пока еще, ну, не так, скажем, освоены. И, наконец, доктор Михаил Глажковский, представитель фонда культурного наследия, который занимается сохранением и восстановлением не только еврейского культурного наследия в Польше, но и других культур, таких как польская, украинская и белорусская. Мне очень приятно, что у нас сегодня такой широкий состав участников. И начать я бы попросил все-таки, наверное, Викторию Валентину и потом передать слово Алексею Ильичу с тем, чтобы вы коротко рассказали нашим участникам о том, как вы видите вот это именно наследие евреев и его влияние на современную польскую культуру, и особенно на польскую культуру в 20 веке. Виктория Владимировна. Спасибо, Петр Германович. Для меня большая честь и участвовать в нашей дискуссии, и уж тем более первой выступать. Это наследие чрезвычайно богато и многопланово. Мне очень понравилось, что заставкой к объявлению нашей дискуссии была выбрана работа Матейко, Яна Матейко, который изобразил, как известно в своем творчестве, в своих полотнах живописных, все значимые моменты польской истории. И среди них вот та картина, которая воспроизводится в Фейсбуке на странице Польского культурного центра, она отражает как раз легендарное пришествие евреев впервые на польские земли. Конечно, Матейко пользовался материалом легенд. И этот материал очень обширен, он чрезвычайно интересен. Конечно, некоторые строгие историки как бы отрицают ценность легенд. Но мы, исследователи, мы, конечно, обращаем внимание и на эту, так сказать, устную, да, фольклорную ветвь. Она чрезвычайно показательна. И она свидетельствует о том, что какие-то зерна исторической реальности в этих легендах содержатся. Но в данном случае речь идет о том, что евреи бежали с запада Европы на восток, и что это происходило еще в те времена, когда Польша была языческой. И как бы правитель Польши дает им милостивое разрешение поселиться в его землях. Он является и гарантом, и носителем права, и так далее. Но то, о чем мы имеем подлинные свидетельства, это уже не устная история, не устные легенды, которых, повторяю, их большое количество. Они очень красивые. Кстати сказать, когда сейчас, уже в наши дни, создавался музей польского еврейства Полин в Варшаве, они посвятили первый зал устроителям музея как раз этим легендам красивым о пришествии евреев в Польшу. Значит, евреи бежали от преследований на западе Европы и вбежали в какой-то темный лес. И сверху им спустилась
какие-то письмена, какая-то записка. Она была им послана свыше. И в этой записке было сказано «Полин». Так называется и музей истории польского еврейства. «Полин» на иврите означает «здесь переночуй», «здесь отдохни». Что значит «переночуй»? Ночь в еврейском представлении – это все, что предшествует приходу Мессии. То есть евреи должны были поселиться в этих землях и ожидать здесь пришествия Мессии. Вот. То есть очень длительное время. Ну, так примерно 1000 лет. Вот. И, ну, это все очень красивые легенды, но тем не менее это легенды. А вот то, что нам известно и о чем мы имеем документы, то это, конечно, грамоты и привилегии, которые издавали князья, ну, до преодоления феодальной раздробленности, польские князья, Болеслав Благочестивый называется, это 1264 год, первая привилегия, которая, конечно, распространялась только на его Калишское княжество. И потом, после преодоления феодальной раздробленности, уже король Казимеш Цечи Великий, он, конечно, недаром получил такой эпитет и вошел в историю Польши как Великий, он уже издает эту привилегию, эту грамоту о правах и обязанностях иудейскому меньшинству на территории уже объединенного польского государства. И это чрезвычайно интересный документ. Он имеет несколько редакций, и последующие польские короли подтверждали, или в редких случаях не подтверждали, но, как правило, подтверждали этот документ. Это такая конституция этого национального меньшинства, которая пользовалась чрезвычайными свободами, которое могло свободно исповедовать свою религию. Они имели свои суды, свои школы. То есть часто это называли государством в государстве. И вот это развитие, благодаря вот такому режиму наибольшего благоприятствования, которое было создано польскими королями для подданных иудеев, привел к чрезвычайному расцвету еврейской культуры и еврейской общины. Тут процветала еврейская ученость, образование, еврейские школы, ешивы. И тут пан директор упоминал Натана Ганновера и его хронику, но существуют и более ранние свидетельства. 16 века Иегуда бен Авраам из Троки. Это 16 век. И он ставит Польшу в пример. Он превозносит и восхваляет правителей этих земель, которые настолько толерантны, что здесь не сторонники, приверженцы разных вер здесь не воюют. Ну, это время реформации, да, мы знаем, что происходит в Европе, а вот в Польше, как писал Януш Тасбер, да, в своем знаменитом труде «Паństwo bez stosów». Вот это очень важно. И в этом режиме наибольшего благоприятствования существовать иудейскому меньшинству было, конечно, очень комфортно. Но это, в общем-то, было взаимовыгодное сосуществование, потому что евреи платили огромные налоги, евреи были банкирами королей последовательно в разных поколениях. Евреи занимались добычей соли, арендовали таможни,
То есть их интеграция в экономику Польши была колоссальная. И эти материалы, конечно же, хорошо изучены. И тут я должна отметить огромный вклад польских историков, которые этим занимаются. Литература об этом просто огромна. Вот. И далее пан директор упоминал участие в польском восстании 1931 года. Но мы знаем и о героическом и трагическом участии иудеев в восстании Костюшко. Костюшко обратился к израилитам с призывом участвовать в восстании 1794 года. И такой доблестный еврейский офицер Берек Йосилевич возглавил этот еврейский полк, который сражался на стороне поляков. Очень была сильна идентификация с Польшей и польский патриотизм. И мы это видим на протяжении веков. Это касается не только XVI века и не только XVIII века, но и дальше, и в XIX. Я просто не хочу затягивать свое выступление. Может быть, я потом что-то еще добавлю относительно более поздних. Но я даже хочу обратить ваше внимание на то, что мы даже имеем отголоски этого в топонимике. Скажем, в Варшаве есть район Шмулевизна или Шмульки, да? Это Шмульсбетковер, такой замечательный совершенно меценат, он был купец, он был поставщик королевского двора, человек очень состоятельный. И он, кстати, основал еврейское кладбище на Праге. Вот как раз когда после восстания Костюшка происходили совершенно драматические эпизоды. Весь полк Берека Юсилевича погиб. И по сохранившимся мемуарным свидетельствам текли реки крови, в которых были части человеческого тела. И тогда Шмульсбетковер сказал, что он даст, там, я не помню, там 5 злотых тому, кто принесет покойного, и там 20 злотых тому, кто принесет раненого. И что, покойных он хоронил по еврейскому обряду вот на пражском кладбище, на правой стороне Вислы. Этот Шмульсбетковер, он сыграл огромную роль, он был филантроп. И, кстати сказать, его потомком, правнуком был французский философ Анри Бергсон. Вот. И его могила, его их семейная могила в кладбище на Окоповой очень почитается, туда происходит постоянное паломничество. Вот. Но это 18 век. Что касается 19-го, я могла бы, понимаете, там очень яркие картины интеграции евреев в польскую культуру, их вклад. Ну, я могла бы назвать таких знаменитых издателей, как Глюксберг, да, как Марткович. Это колоссальные фигуры, которые в книгоиздательской деятельности проявили себя самым незабываемым образом. Вот. Я просто пока на этом остановлюсь. Может быть, я что-то потом еще добавлю. Виктория Валентиновна, мне очень не хотелось, конечно, вас прерывать, потому что вы... Я очень... уже прервалась. Потому что вы очень интересно рассказываете и задали такой камертон нашему разговору. Я, кстати говоря... Но вы пошли дальше, в 19 век, и уже в те времена, когда Польша была разделена... И, может быть, Алексей Ильич нам немножко расскажет вот об этом периоде. Вы готовы, Алёша? Да, спасибо за приглашение. Но я попробую внести некоторый диссонанс. Потому что, как сказал господин директор,
Петр Квичинский. История польско-еврейских отношений – это история сложная. И всегда, как было сказано, есть какая-то часть, о которой приятно говорить, есть какая-то часть, о которой не так приятно говорить. И надо понимать, это я тем слушателям нашим, которые нас слушают в России, что сегодня в Польше на самом деле идет частично, я бы сказал, очень острая полемика о том, как подходить к тем или иным страницам этой истории. И есть очень острые какие-то споры и проблемы. И это в том числе и политическое измерение имеет. И если мы берем 19-20 век, это как раз время, когда история становится совсем не такой благостной. Впрочем, она и раньше вполне благостной не была. Но 19 век – это время рождения модерного антисемитизма. Польша в этом смысле совершенно не была исключением из правил. И в какой-то момент, собственно, вот эта интеграция в значительной степени рушится, о которой говорила Виктория. И у нас есть отторжение, в том числе и довольно ассимилированных в польскую культуру евреев. И, конечно, самые трагические вещи начинают происходить в 20 веке. И здесь я бы сказал так, что вся эта проблематика, она, к сожалению, является объектом войн памяти. Войны памяти – это такое явление, которое, к сожалению, уничтожает пространство для сколько-нибудь сложного диалога, направленного на взаимопонимание. Люди атакуют друг друга примитивными какими-то постулатами. Кто-то говорит об антисемитизме поляков, которые они всосали с молоком матери, что безумие. Кто-то говорит об ответственности поляков как нации за Холокост, что тоже безумие. И одновременно, с другой стороны, в ответ на это безумие звучат какие-то очень резкие и иногда несбалансированные, с моей точки зрения, суждения, и закрывается пространство для диалога. Я вам просто напомню реакцию, которая была на книгу «Соседи» Яна Томаша Гросса. Это была реакция очень серьезной дискуссии, которая развернулась в польском обществе. И если кто-то указывал Гроссу на фактические ошибки, которые были в этой книге, то это были, собственно, стремления поправить ошибки, но не дискредитировать автора. А между тем, не так давно звучали голоса, призывавшие к тому, чтобы отнять у Гросса орден, которому его наградило польское государство, за то, что он не так пишет об этих сюжетах. И много всяких других историй касаются вот сложностей этого. Мы знаем очень такие болезненные и острые польские фильмы «Поклоще», «Ида», которые говорят о том, что это очень болезненные проблемы. Мы знаем, что директор института еврейского, о котором шла речь, который выиграл конкурс, не был утвержден на этой должности, Дариус Стола. Мы знаем, что были серьезные проблемы, в том числе политического характера, и с тем институтом, с тем музеем Второй мировой войны в Гданьске, о котором мы тоже упоминали сегодня. И мне кажется, что вот все эти истории – это как раз история о том, как войны памяти разрушают нашу способность рассуждать об этих сложных вещах в уравновешенном и сложном ключе.
так, чтобы достигать взаимного понимания, не обязательно взаимного согласия. В этом смысле мы можем говорить о том, что было бы здорово, если бы мы вот эти войны памяти, которые и в наших российско-польских отношениях существуют, и внутри наших стран происходят, чтобы мы как-то сумели их перешагнуть. Вот что я хотел сказать для начала. Ну, вы знаете, конечно, с самого начала, когда мы задумывали и готовили эту программу, эту дискуссию, мы отдавали себе отчет в том, что темы политики и политизации этой темы, в общем, избежать не удастся, но мы хотели минимизировать политическую составляющую в данном случае и обсудить ее более в таком просветительском ключе, я бы сказал. Просто мне бы хотелось предоставить слово вот польским участникам, которые бы могли несколько слов сказать о том, что делается в Польше для сохранения еврейского наследия, в том числе, естественно, восстановление и того, что было разрушено Третьим Рейхом в период Второй мировой войны. Я думаю, что, может быть, нам об этом несколько слов скажет профессор, доктор Грзегорз Берендт. Вы готовы? Так, jestem gotów. Może jeszcze kilka słów a propos tego, co już powiedziano, o czym mówiła Wiktoria Michałowa. No, trzeba zwrócić uwagę, że dzięki doskonałym warunkom stworzonym przez polskie elity polityczne od XVI do XVIII wieku rozwinęła się największa europejska, ale i światowa społeczność żydowska. Да, я готов, но прежде всего я хотела бы сказать, добавить несколько слов к тому, что уже говорила Виктория Валентиновна. Благодаря действительно прекрасным условиям, которые были созданы польской политической элитой в XVI-XVIII веках, сложилось очень большое еврейское сообщество в масштабе всего мира. В конце XVIII века, когда Польша зникнула с мапы Европы, społeczność żydowska w jej dawnych granicach liczyła około 900 tysięcy mieszkańców. Nie było drugiego takiego państwa w świecie, gdzie żyłaby tak duża społeczność żydowska. I w końcu XVIII wieku, kiedy Polska zniknęła z karty Europy, население именно еврейское составляло 900 тысяч жителей. Ни в каком другом крае, ни в какой другой стране мира такого количества еврейского населения не было. I na początku poruszyliśmy wątek tego, czy żydowską społeczność Rosji, dzisiejszej Rosji, i w ogóle obywateli Federacji Rosyjskiej może interesować zagadnienie dziejów polskich Żydów. I w samym начале naszej встречи мы затронули вопрос, может ли интересовать еврейское население в России вопрос именно польских евреев. Ale przecież dzisiejsi obywatele Rosji, podobnie jak Białorusi, jak i Ukraińcy, to przecież potomkowie polskich Żydów. No, wiecie, współczesni obywatele Rosji, także jak i Białorusi i Ukrainy, to potomki wtedyśnich Jewrzejów. Dlatego, że jak wiemy, od XV wieku na terenie państwa Rurykowiczów, a później Romanowych, Żydzi nie mieli prawa się osiedlać i rozwijać swojej społeczności. Поскольку, как мы знаем, с 15 века на территории государства сначала Рюриковичей, потом Романовых, евреи не имели права селиться и проводить какую-либо деятельность.
I dopiero rozbiory Polski sprawiły, że w granicach państwa rosyjskiego znalazło się kilkaset tysięcy wyznawców mozaizmu. И только в связи с разделами Польши в границах Российской империи появились уже последователи еврейской веры. Też trzeba nadmienić, że gdy Polska wróciła na mapę Europy, to obie konstytucje z roku 1921 i 1935 gwarantowały wszystkim obywatelom, w tym Żydom, formalne równouprawnienie obywatelskie. И также, когда Польша уже вернулась на карты Европы, в обеих конституциях, как 1921, так и 1935 годов, были гарантированы равные права всем гражданам, в том числе евреям. Natomiast tu trzeba oczywiście odnieść się do tego, co powiedział pan dyrektor Skwieciński i pan Aleksiej Miller o tym, że poza tymi pozytywnymi elementami przeszłości były i te trudne zagadnienia. Ja celowo mówiłem o formalnym równouprawnieniu, ponieważ wiele faktycznych, codziennych aspektów życia w latach 1918-1939 nie odpowiadało temu, co zapisano w konstytucjach odrodzonej Polski. Но одновременно я вспомню слова директора Скричинского и Алексея Миллера о том, что кроме положительных моментов не стоит забывать о и более трудных моментах. И отмечу, что вот эти равные права в конституциях, они были записаны довольно формально, и в период между 1918-1939 годах фактически права не совсем отражали то, что было записано в конституциях на бумаге. Не менее, в Польше odrodzonej nadal funkcjonowała największa europejska społeczność żydowska, która była niezwykle aktywna na wszystkich polach swojej aktywności. Kultura, polityka, gospodarka. Polscy Żydzi wręcz wyróżniali się swoją aktywnością wśród innych społeczności w diasporze żydowskiej. Тем не менее, в обновленной, возрожденной Польше евреи составляли самое большое население, если говорить по сравнению с другими странами Европы. И они были невероятно активны как в сфере культуры, так и в сфере политики, экономики. И польские евреи отличались от других евреев в других европейских еврейских диаспорах. Aktywności został zlikwidowany, zniszczony w trakcie Holokaustu polityką III Rzeszy Niemieckiej. I вот этот масштаб, он był уничтожен w rezultacie Holokaustu, w rezultacie tej polityki, którą prowadził III Reich. Natomiast Żydzi polscy, którzy ocaleli z zagłady, bardzo niewielu na terenie zajmowanym przez III Rzeszę, znacznie więcej w głębi Związku Sowieckiego, znowu przystąpili do odbudowywania swojej aktywności. Trzeba powiedzieć, że uzyskali tutaj po 1944 roku bardzo dużą pomoc i wsparcie ze strony powojennych władz polskich. Władz polskich, kropka. Однако те, кому удалось выжить, это очень небольшое количество, конечно, на территории Третьего Рейха и больше на территории Советского Союза, начали восстанавливать свою активность и после 1944 года получили очень большую помощь и поддержку от послевоенных властей Польши. Также та помощь приходила с-за границы. Natomiast tu przechodzę do właśnie pytania naszego moderatora, dlatego że to odbudowywanie życia żydowskiego po zagładzie, po Holokauście,
zaczyna się praktycznie już w pierwszych tygodniach po wyparciu okupanta niemieckiego. Jeżeli spojrzymy na to, co się działo w Białymstoku, co się działo w Lublinie, to już w lipcu, w sierpniu, jesienią 1944 roku widzimy tam pierwsze komitety żydowskie, pierwsze inicjatywy zmierzające do tego, żeby upamiętnić ofiary i zapisać żydowską pamięć o doświadczeniach II wojny światowej. Помощь также приходила из-за границы, и я таким образом перехожу к вопросу, который задал модератор. Это восстановление после Холокоста. Оно началось уже, можно сказать, в первые недели после того, как оккупанты немецкие покинули территорию оккупированных стран. Например, в Белостоке, в Люблине уже в июле, в августе, осенью 1944 года появились первые еврейские комитеты, первые инициативы, которые увековечивали, прошу прощения, память жертв. В консеквенции дошло до ситуации, в которой около 250 000 polskich Żydów, którzy żyli na terenie Polski po 1944 roku, niekiedy bardzo krótko, ale w sumie przez Polskę po 1944 roku przeszło co najmniej 250 000 polskich Żydów, oni przystąpili ponownie, choć w mniejszej skali, do bardzo intensywnego życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego w takich rozmiarach, które nieco przypominały to życie przedwojenne. I ta dynamika została w dużym stopniu stłamszona dopiero w 1949 roku. I tutaj, powiedzmy, należy wiązać zmiany w Polsce ze zmianami, które uderzyły w Żydów radzieckich w latach 48, 49 i później, kiedy upowszechnił się stalinowski państwowy antysemityzm. И в результате почти 250 000 польских евреев, которые жили на территории Польши после 1944 года, начали, хотя и в меньшей степени, но все равно довольно интенсивно участвовать в общественной, экономической, культурной жизни. Масштабы и динамика были, может быть, несколько меньших масштабов, но все равно напоминали то, что было прежде. И такая картина наблюдалась до 1949 года, когда в Польше начались в жизни евреев изменения, связанные со сталинским антисемитизмом. Мамы przecież до czynienia с развитием литературы, прасы, nawet фильму żydowskiego в языку идиш. Te procesy występowały właśnie do 1949 roku, zostały przytłumione, ale nie zniknęły całkowicie. Natomiast trudność między rokiem 50 a 56 polegała na tym, że polscy Żydzi, te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy nie wyemigrowali, zostali skazani wyłącznie na dotacje państwowe, zostali odcięci od pomocy współwyznawców, którzy tworzyli diasporę. To w istotny sposób ograniczyło dynamikę życia żydowskiego, a ci, którzy mogli działać, byli ściśnięci gorsetem stalinizmu. Стоит отметить развитие еврейской литературы, еврейских фильмов, в том числе на идише, но уже в 1950-56 годах те евреи, которым не удалось эмигрировать, они вынуждены были жить уже исключительно на дотациях государства, что сильно ограничивало их
возможности для развития и для динамичной жизни. Они были, можно сказать, зажаты в такой жесткий корсет сталинизма. Та ситуация вновь изменяется враз с отвержением политическим 1956 года, и через кільканаście лет życie żydowskie w Polsce było niezwykle silne, aktywne, aż do momentu, kiedy znowu kampania tak zwana antysionistyczna lat 67-68 uderzyła i zniszczyła wiele aspektów żydowskiej aktywności w polskiej. Kampania zainicjowana przez partię komunistyczną, przez ówczesną administrację państwową Polski komunistycznej. A w jakich to były latach, przepraszam, był jakiś problem z dźwiękiem? 67-68. Dziękuję. Ситуация после 1956 года снова изменилась, жизнь евреев снова была очень активной, сильной, динамичной, и это изменилось с внедрением антисемитской кампании, которая уничтожила очень многие аспекты еврейской жизни. Это 67-68 годы, политику эту проводила коммунистическая партия Польши. Minęło kilkanaście lat, gdy ta aktywność żydowska była stłamszona i paradoks sytuacji politycznej w naszym kraju polegał na tym, że człowiekiem, który pozwolił na ponowne ożywienie, był dyktator generał Wojciech Jaruzelski, który szukał poparcia w środowisku żydowskim dla swojego reżimu i w 83 roku rozpoczął nowy etap w polityce komunistycznego państwa wobec społeczności żydowskiej. Такая ситуация продолжалась более 10 лет, и парадокс нашей страны состоит в том, что ситуация эта изменилась благодаря диктатору, генералу Войцеху Ярузельскому, который искал среди евреев поддержки своей политики, и в 1983 году начался новый этап в жизни в обществе евреев. Następowały zmiany na lepsze aż do końca reżimu komunistycznego w Polsce, natomiast upadek tego reżimu stworzył sytuację eksplozji aktywności społeczności żydowskiej, a zarazem też ogromnej pomocy instytucji państwowych i samorządowych dla społeczności żydowskiej, ale też dla kultywowania pamięci o polskich Żydach. И изменения к лучшему продолжались до конца коммунистического режима, а упадок этого режима привел к такому взрыву еврейской активности, когда евреи стали получать помощь как от государства, так и от негосударственных организаций для того, чтобы поддерживать, инициировать поддержание памяти о евреях. W zasadzie wróciliśmy do sytuacji naturalnej, w której środki, inicjatywy związane z kultywowaniem tradycji żydowskiej, rozwijaniem kultury żydowskiej płyną z kraju, od społeczności, ale ta normalność polega na odbudowie kontaktów ze społecznością żydowską na całym świecie. I to doskonale pomaga na rozwijanie różnych aspektów właśnie żydowskiego życia, chociaż ono jest już dzisiaj takim cieniem tej aktywności sprzed Holokaustu, czy nawet cieniem aktywności z lat 40., dlatego że społeczność żydowska w Polsce jest bardzo nieliczna.
И таким образом мы вернулись к естественной ситуации, в которой инициативы, связанные с развитием культуры евреев, они проистекали из самой страны, но в то же время очень поддерживались еврейским обществом во всем мире, и это прекрасно влияло на развитие разных сфер в жизни евреев, еврейского сообщества. Однако эта активность, конечно, уже была тенью той активности, которую мы могли наблюдать до Холокоста или в 40-х годах, потому что еврейского общества осталось немного. А то у меня остальное здание в этой части моей выповеди. Хочу подкрестить, что в ciągu 32 лет от года 89, от конца коммунизма в Польше, все силы политические, главные силы политические, от левицы по środowiska консервативные, растачают опеку над społecznością żydowską, над społecznością żydowską i też te środowiska na poziomie rządowym i samorządowym w istotny sposób pomagają kultywować pamięć o dorobku polskich Żydów. I to jest pewna stała sytuacja w Polsce w ciągu ostatnich 32 lat. I na tym chwilowo zakończę. Dziękuję bardzo. И последнее, о чем я в данный момент хотела сказать, это то, что на протяжении 32 лет, то есть от 89 года, когда рухнул коммунизм, все польские силы, все польские власти, начиная от Все главные, спасибо, начиная от левых, заканчивая консервативными, очень проводили политику такой заботы над еврейским сообществом. И, скорее, наверное, наследием, чем сообществом, сообщества уже не осталось. Наследием и культивировали память о еврейском наследии, и эта ситуация была постоянной и неизменной, и она наблюдалась как на правительственном уровне, так и на муниципальном уровне. Спасибо, это пока все, что я хотела сказать. Извините, что я вас прервал. Очень интересный доклад, очень интересное сообщение. Я уверен, что тут у нас найдутся те, кто захотят с ним полемизировать. Вот мне, конечно, очень особенно интересно всегда вспомнить, что с приходом Красной Армии в Польшу действительно пришло очень много евреев, находившихся в то время в Советском Союзе. Многие из них стали оплотом советского режима в Польше. Я не думаю, что они были жертвами сталинизма до 49 года. Может быть, это уже скорее они стали жертвами антисионистской политики 68 года, чем, так сказать, чем периода сталинизма. Но один из первых, как известно, памятников Второй мировой войны, установленных в Варшаве, был памятник героям гетто, построенный в 1948 году, что, в общем-то, довольно часто забывается. И в этом смысле, конечно, еврейская культура из Советского Союза помогла возродиться, способствовала возрождению ее в Польше. Я встречал очень многих людей, застал, скажем так, тех людей, которые жили в Польской Народной Республике и благодаря которым устанавливались советские порядки, людей еврейского происхождения. Их судьбы складывались потом по-разному, многие из них покинули Польшу в силу разных обстоятельств. Но вы правы, конечно, после падения... Да, кстати говоря, для меня было интересно узнать, как для биографа Ярузельского, я как раз всегда считал, что его имя ассоциируется в гораздо большей степени с антисионистской политикой в вооруженных силах 68 года, а не столько с привлечением евреев на свою сторону в 83 году. Это для меня было некоторая новость, но полезная. Ярузельский, как известно, человек, сотканный из противоречий, он и реформатор, он и диктатор.
Вот, но есть о чем поговорить, почва для размышлений есть. Что касается, конечно, того, как заботились поляки о еврейском наследии после падения коммунизма, да, это интересный сюжет, и действительно очень многое делалось, и действительно был создан музей польских евреев, и, наверное, ни у одного государства, ни с одним государством у Израиля не было таких теплых отношений, как с Польшей. Вот недавно мы с вами читали, например, к моему большому удивлению, израильские военные самолеты имеют право пролета над местами памяти в Польше. Это уникальная, так сказать, ситуация. Действительно, очень, очень многое было сделано. Но если коротко, и все же я попрошу сказать несколько слов господина Михала Лашковского, который, что называется, в практическом смысле проводил вот эту политику сохранения и восстановления памяти о еврейском населении Польши. И, пожалуйста, вам слово, если вы готовы. Так, я готов. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w 1939 roku w Polsce żyło 3 miliony obywateli wyznania mojżeszowego. Po II wojnie światowej przeżyło około 10%. Да, я готов. Спасибо за внимание. В 1939 году в Польше проживало 3 миллиона граждан, которые придерживались иудейской религии. После Второй мировой войны их осталось всего 10%. Dzisiaj в gminach żydowskich в Polsce zrzeszone jest około 2,5 тысяча członków, а ze spisów powszechnych wynika, że до тожсамости жидовской в Польше признаете 10 тысяч человек. И сейчас в Польше насчитывается 2500 членов в еврейских, в жидовских гминах? В гминах жидовских. В еврейских, да, гминах. И 10 тысяч человек называют себя евреями. С 1200 цементажей жидовских, которые на терене dzisiejszej Polski, w dzisiejszych obecnych granicach się znajdowały, do dzisiejszego dnia istnieje tylko 800. I z 1200 jewryjskich kladbisz, które znajdowały się na terytorii Polski, teraz zostało 800. Czyli na jednego członka, czyli na jeden cmentarz przypada na czterech członków społeczności żydowskiej. To jest... Одно кладбище приходится на четырех членов еврейского сообщества. Так? Так. Ja, trochę się pomyliłem, inne, ale generalnie proporcje Państwo znają. To oznacza, że pożoga II wojny światowej, II wojna światowa dla naszego kraju była pożogą. Nie tylko dla dziedzictwa żydowskiego, także dla dziedzictwa polskiego i innych narodowości, ale z kilku tysięcy drewnianych domów modlitwy i synagóg przetrwały tylko dwa. Без сомнения, Вторая мировая война была ужасной утратой не только для еврейского, но и для польского наследия. И вот после нее из нескольких тысяч деревянных домов молитвы и синагог осталось только два. Tak więc to materialne dziedzictwo żydowskie wobec systemowego niszczenia i archiwów, i przedmiotów kultu tak naprawdę przetrwało do naszych czasów w formie szczątkowej. I получается, że вот materialne jewryjskie наследие do naszych dni zachowało się w очень остаточной formie. Zwłaszcza w ostatnich latach tym dziedzictwem materialnym interesuje się coraz więcej Polaków. Tylko w tym roku na cmentarzach żydowskich w Polsce odbyło się ponad 120 akcji wolontariackich, w których one się odbywały na ponad 80 cmentarzach. Wzięło w nich udział prawie 8 tysięcy Polaków, wolontariuszy. И особенно в последнее время материальное наследие еврейского народа очень интересно для поляков. Для примера, на
кладбищах, на 80 кладбищах в этом году прошло 120 волонтерских акций. В них участвовали 8 тысяч поляков, ну, волонтеров. Podaję Państwu te dane, dlatego że wydaje mi się, że w Polsce dojrzeliśmy do przekonania, że kultura żydowska jest elementem kultury polskiej. Я говорю вам, подаю все эти данные, потому что мне кажется, что мы в Польше уже дозрели до того, чтобы считать элементы еврейской культуры частью польской культуры. Pożoga II wojny światowej spowodowała, że od 1945 roku Polska po raz pierwszy od kilkuset lat nie jest państwem wielonarodowym. И результатом ужасным, результатом Второй мировой войны стало то, что после 1945 года Польша первый раз в своей истории не являлась многонациональным государством. Ну, не в целой истории остатних, там, повезли, кількусот лет. Не во всей истории исправляюсь, а в истории последних нескольких сотен лет. И нас, поляков, coraz bardziej интересует та wielokulturowość. Видимо, процессы, которые делаются в свете, и часто стараемся открывать то, что стало запомнено, то есть те следы разных культур, которые на terenie Polski zamieszkiwały. И нас, поляков, очень интересует вот эта многокультурность, и мы ищем следы тех культур, которые существовали на территории Польши. Oczywiście nie wszystkich i nie zawsze, ale coraz większe rzesze Polaków zaczynają się tym interesować. Конечно, это не всех интересует, и не всегда, но все больше и больше поляков интересует эта тема. Ale dziedzictwo żydowskie to nie tylko dziedzictwo materialne, to także spuścizna duchowa i kulturalna. Однако еврейское наследие не только материальное, оно также духовное и культурное. W Polsce, w polskich encyklopediach czy w polskich artykułach nikt nie ukrywa, że tacy czy inni wybitni twórcy kultury byli Żydami czy mieli pochodzenie żydowskie. В польских энциклопедиях, статьях не скрывается тот факт, что известные польские творцы, создатели имели еврейское происхождение. Chociaż nie zawsze ta wiedza jest powszechna. Хотя не всегда это знание, эта информация широко распространена. Obchodzimy w tym roku kilka, ten rok 2021 ma kilku patronów ogłoszonych przez polski parlament, między innymi Stanisława Lema, polskiego Żyda z Lwowa, czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, polskiego poetę uznawanego za taki symbol polskiej walki z Niemcami, którego dziadkowie od strony matki spoczywają na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie. В этом году несколько патронов в Польше названо, среди них это Станислав Лем, еврей со Львова, и Кшиштоф Бачинский, это поэт, который считается символом борьбы с немцами, и чьи деды похоронены на еврейском кладбище на улице Окоповой. Не далее, как вчера или предвчерай, w Mińsku Mazowieckim upamiętnione zostało, to jest miejscowość pod Warszawą, upamiętnione zostały dawny cmentarz, synagoga, dom modlitwy, tablicami pamiątkowymi w chodnikach, upamiętniającymi miejsca związane z Żydami w danej miejscowości. Tej miejscowości. Вчера или позавчера в Минске Мазовецком, это населенный пункт под Варшавой, были прикреплены памятные таблички на синагоге, на местах памятных, связанных с евреями. Таких упоминаний в Польше появилось, zwłaszcza в последних годах, bardzo dużo. И таких памятных мест в Польше появляется в последние годы очень много. Подобная ситуация ма się z upamiętnieniami, o których wspomniał tutaj pan dyrektor. Dovbermeisels jest zapomnianą, ale bardzo ważną symbolicznie postacią, mówię o patronie ulicy, którą kilka dni temu tak nazwano, dla właśnie udziału Żydów w polskim życiu publicznym czy narodowym. A może pan powtórzyć nazwisko? Dovbermeisels.
Довбермайселс. Вот эта фамилия, которую уже упоминали сегодня, тоже очень важная личность, именем которой названа улица, связанная с еврейским наследием. Tak więc Polacy niejako po 80 latach przerwy w kontaktach z dziedzictwem żydowskim, no może nie po 80, po 70, zaczynają je na nowo odkrywać. I takim образом Polacy po 70-letniego przerwy związanego z nieuwiekowieczeniem pamięci Jewrejów zaczynają do tego wracać. I tak naprawdę dla przyszłości dziedzictwa żydowskiego w Polsce jedyną szansą jest to, że my Polacy uznamy je za część własnej tożsamości i będziemy kultywować. I dla budущего еврейского наследия единственным шансом является то, чтобы мы признали его частью своего наследия и заботились о нем таким образом. Oczywiście nie wszyscy i nie zawsze są tym zainteresowani, ale rzeczywiście, tak jak powiedział pan profesor, polskie władze konsekwentnie od 89 roku wspierają ochronę dziedzictwa żydowskiego. Polskie władze prowadzą szeroko zakrojony program upamiętniania społeczności żydowskich. Od kilku lat prowadzony jest projekt oznakowania cmentarzy żydowskich w Polsce, wszystkich cmentarzy żydowskich w Polsce, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dysponuje konkretnymi danymi od 2015 roku, kiedy zaczęto liczyć środki, które są przeznaczane na ochronę i promocję dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Tylko resort kultury wydał na ten cel 350 milionów złotych. Na utrzymanie muzeów, na różnego rodzaju dofinansowanie festiwali kultury żydowskiej, na filmy dokumentalne, na wszystkie działania związane z promocją kultury żydowskiej w Polsce. Конечно, не все и не всегда будут этим заинтересованы, однако, как уже господин профессор сказал, от 89 года продолжается постоянная поддержка со стороны властей этого направления, и вот вопрос увековечения польского наследия, он остается в сфере внимания. Несколько лет уже проходит проект, связанный с обозначением кладбищ, да, еврейских, и с 2015 года средства, которые выделяются на увековечение еврейского наследия, выданные только вот центром культуры, это 350 миллионов злотых, это средства, которые пошли на поддержку еврейских музеев, фестивалей, документальных фильмов и других культурных сфер. Wspomniane tutaj dzisiaj Muzeum Żydów Polskich POLIN, ale także jest instytucją państwowo-samorządową, prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa, ale w samej Warszawie mamy także Żydowski Instytut Historyczny, mamy budujące się Muzeum Getta Warszawskiego, mamy działające przy Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań nad Zagładą. W Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy powstaje ekspozycja właśnie o getcie warszawskim. Tak więc w Polsce działa szereg instytucji, które zajmują się publicznych, państwowych bądź samorządowych, które zajmują się badaniem, dokumentowaniem i promocją historii Żydów w Polsce. Уже упоминали сегодня о Еврейском музее Полин. Это государственная институция, которая поддерживает Министерство культуры и муниципалитет Варшавы. В самой Варшаве существует музей гетто, центр исследований катастрофы, существуют различные экспозиции о гетто. И все это государственные институции, которые занимаются продвижением и документированием еврейского наследия. Ale także w Polsce w ostatnim roku doszło do kilku dewastacji cmentarzy żydowskich. No, w to же время w Polsce w последнее время były произошли надругательства над еврейскими кладбищами. Właściwie we wszystkich przypadkach sprawcy zostali złapani. Są to przeważnie kilkunastoletnie dzieci. Во всех этих случаях виновники были пойманы, и это оказались в основном подростки. И это показывает, что еще долгая дорога перед нами. Это показывает,
Прошу. Dziękuję. To pokazuje, że przed nami jeszcze długa droga. Nie możemy nigdy przerywać procesu edukowania o historii Żydów, ale także o tym, co zdarzyło się z Żydami w czasie II wojny światowej. И мы не можем прерывать, заканчивать процесса рассказывания, образования о том, что произошло с евреями во время Второй мировой войны. А также не можем устать в высилках, чтобы поляки действительно в полной начали трактовать дедичество жидовское как własное. И также мы не можем прекратить свои усилия, чтобы поляки начали воспринимать еврейское наследие как свое. Kilka tygodni temu napisałem taki krótki artykuł do polskiej gazety Dziennik Gazeta Prawna. Несколько недель назад я написал короткую статью в польскую газету Dziennik Gazeta Prawna. Zatytułowany Zło sprzedaje się lepiej. Который называется Zło продается лучше. Ponieważ wymieniłem Państwu bardzo dużo działań podejmowanych i przez instytucje publiczne, i przez instytucje samorządowe, przez tysiące wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas na ochronę tego dziedzictwa. A patrząc w internecie, szukając informacji przed dzisiejszą debatą, co tak naprawdę, jakie informacje z Polski przedostają się w świat odnośnie dziedzictwa żydowskiego, znalazłem przede wszystkim informacje o tych kilku dewastacjach. Я вот вам уже упомянул обо всех этих государственных, муниципальных институциях, о волонтерах, которые защищают польское наследие. Но когда я готовился к сегодняшней встрече, посмотрел в интернете, какие новости попадают в мир на эту тему. В основном это были новости о надругательствах на кладбищах, о которых я сказал. No, zrobiło mi się przykro, no ale taki jest ten świat, że zło sprzedaje się lepiej. Niemniej zachęcam do tego, żeby czasem patrzeć nie tylko przez nagłówki gazet, ale przez również te drobne informacje o tym, co dzieje się dobrze. И мне, конечно, стало очень жаль, что так происходит, но, к сожалению, мир такой, какой он есть, зло продается лучше, но я хотел бы просто призвать всех не только смотреть на заголовки газет, но и обращать внимание на какие-то мелкие, более мелкие новости о положительных вещах. Спасибо. Ну что ж, спасибо большое за ваше выступление. Мы с большим интересом его прослушали. И у нас может сложиться впечатление, что все абсолютно идеально в польско-еврейских отношениях, что примирение состоялось, что, в общем, двигаться дальше некуда. Но по тем сообщениям, которые мы видим, собственно говоря, я очень хотел бы в нашем сегодняшнем разговоре избежать все-таки политических всяких трений, о которых мы все знаем, но они имеют место. От этого никуда не уйдешь. И, в общем, на протяжении, к сожалению, последних нескольких лет отношения польско-еврейские, польско-израильские, в общем, портились. По разным причинам. Это были и польские законы, и некоторые заявления израильских политиков, и закон о реституции, который был принят в Польше. В общем, об этом, конечно, трудно говорить просто, не обидев, что называется, никого. Но мы собрались здесь, чтобы, в общем, обсудить проблемы, существующие в польско-израильских, после польско-еврейских отношениях. Я не знаю, может ли тут помочь отношения евреев из Советского Союза, живущих в Израиле, которые, как вот известный публицист Майстровой, пытается в израильской прессе русскоязычной пытается показать сложность положения современных польских политиков. Но мне интересно знать мнение вот участников нашей сегодняшней дискуссии. Алексей Ильич Миллер об этом коротко говорил. Все-таки, как поляки и израильтяне могут добиться лучшего понимания друг друга,
существует ли необходимость, если поляки говорят о том, что польская и еврейская идентичность – это практически одно и то же, ну, я даже могу с этим согласиться. Вот у меня, например, дедушка был поляк, так наш сторож на даче его называл просто еврей. Вот это, так сказать, он тоже считал, что это одна и та же идентичность. Но на самом деле это не так. На самом деле, как вы считаете, вот какие шаги должны стороны предпринять для того, чтобы в польско-израильских и польско-еврейских отношениях воцарилась, вернулась гармония? И можем ли мы из Москвы, вправе ли мы, в общем, давать какие-то советы на этот счет? Если кто-то хочет высказаться на эту тему, пожалуйста, или, может быть, кто-то хочет полемизировать. Вот, Виктория Валентиновна, я даю слово вам, а потом уже Джекжу Бернт. Спасибо, Петр Германович. Вы знаете, я согласна с тем мнением, что нет другого пути, как просветительство и образование. Мы должны, то есть люди должны видеть ситуацию объемно, в ее многозначности, в ее многогранности, в ее во всем спектре красок. Я, например, против того, вот против чего я возражаю вот принципиально, чтобы на историю польского еврейства смотрели ретроспективно, да, в перспективе, в тени, которую отбрасывает Холокост. Это неправильно, это методологически неверно. Понимаете, мы не можем, не должны, ну, историки, исследователи, да и вообще просто публика не должна смотреть на века, просто века сосуществования, которые были блистательными. Понимаете, из-за того, что произошел Холокост, и мы теперь смотрим ретроспективно через эту призму, но это несправедливо относительно 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, в конце концов, века. В 19 веке что мы видим среди, ну, вот, еврейской элиты, да, интеллектуальной элиты? У них была, как бы это сказать, двойная лояльность. Они были польскими патриотами. И это все задокументировано, да? Например, это подогревалось и тем, что они были, находились перед лицом общего врага, да? И вот политика русификации, которую проводила империя, да, на польских землях, она вызывала горячий протест. Когда был запрет на употребление польского языка, когда польские книги печатались в Лейпциге и доставлялись контрабандой в Польшу. Евреи, польские евреи были сторонниками этого. Они полонизировались, они были патриотами, они учили эти стихи, они пели эти песни, они шли в тюрьмы, в конце концов. Они боролись. Понимаете, у них была, ну, кстати, и Артур Сандауэр пишет о том, что он дорожит этой своей двойной идентичностью. Он поляк, он еврей-поляк, и Богдан Войдовский об этом пишет. И, ну, что уж говорить про Тувима, или там Слонимский, который накануне войны в 1938 году написал замечательное стихотворение своим английским друзьям, почему я не уезжаю, а где нам учекать, кеды там, но не помен там этого верша на память, и же трагедия мамы вспульну с народом польским, от веков, скąd, где можем учекнуть от того, от вспульной przeszłości, и от вспульного черпения. То есть идентификация была, и как Тувим об этом писал, мы жиди польцы, да? Вот кровь, которая течет в жилах там из жил. Это очень была сильная, сильная связь. Вот. Так что я против вот такого ретроспективного. Мы не должны смотреть через призму
происходившего в страшном 20 веке. И еще, Петр Германович, я хотела вам напомнить, что первый памятник повстанцам гетто был установлен в 1946 году. Я сказал, в 48-м. Вы имеете в виду Рапопорта? Ну, я имею в виду тот, который сейчас стоит перед Полином. Вот этот Это Рапопорт. Это Рапопорт. Такое торжествующее, да, вот такое. Гораздо скромный. В 46-м году он плоский, он горизонтально лежит. А, да-да-да-да-да. Я знаю, о каком вы говорите. Это 46-й. Да, да. Но вот это как раз подтверждает мою мысль о том, что это были первые памятники, поставленные в Польше после окончания Второй мировой войны. Да. Первые. Я именно это и хотел сказать. Спасибо, что вы уточнили. Да, это очень важный момент. Пан Гжегош, спасибо большое, Виктория Валентиновна. Очень, я считаю, точное и тонкое замечание. Гжегош Берен, пожалуйста, вам слово. Вы хотели высказаться. На вступе bardzo dziękuję pani Wiktorii Moczołowej za te słowa, aby myśleć o dziejach sąsiedztwa polskiego i żydowskiego w perspektywie kilkuset lat, kiedy one istniały, a nie tych trudnych, najgorszych doświadczeń z okresu wojny i złej atmosfery, która niewątpliwie była w latach 30, bo ona była. Oczywiście te negatywne wydarzenia z lat 30 były niczym w porównaniu ze zbrodnią, która spadła na polskich Żydów, na Polaków po 1 września 1939 roku. Ale nie zapominajmy o tych stuleciach, gdy tworzyło się największe europejskie społeczeństwo żydowskie. Największe europejskie społeczeństwo żydowskie, dlatego że Polska ówczesna to umożliwiała. To taki ukłon mój w stronę pani Wiktorii Moczałowej. A sam chciałem dodać, że no, kluczową kwestią dla dzisiejszych relacji jest wsłuchiwanie się w to, co mówią przedstawiciele obu stron, jeżeli tak prosto patrzymy na to, strony polskiej i strony żydowskiej. Przerwa tutaj, proszę bardzo. В самом начале я хотела бы сказать большое спасибо Виктории Валентиновне за ее слова о том, что о соседстве польско-еврейском нужно судить, принимая во внимание несколько сотен лет нашей истории, а не этот самый сложный, самый плохой период, опыт войны и негативный опыт 30-х годов, который, конечно, был несравним с тем, что потом после 39-го года происходило, но, тем не менее, был негативным. То есть не стоит забывать о тех долгих столетиях, когда в Польше находилось самое большое в Европе еврейское общество, сообщество, именно благодаря тому, что Польша позволила, чтобы так было. От себя хочу сказать, что ключевым аспектом для понимания современных отношений польско-еврейских и вообще для этих отношений является умение слушать, что говорят представители обеих сторон, польской и еврейской. Может, еще одно крутое здание. I przyjmować do wiadomości to, co jest potwierdzone jako fakt. Ten fakt pozytywny i ten fakt negatywny. I to jest nie odrzucać ani jednych faktów, ani drugich, bo tylko na tym można budować wzajemne zrozumienie. Na prawdzie i na ustalonych faktach. И еще скажу, что необходимо всегда принимать во внимание подтвержденные факты, как позитивные, так и негативные. Не отбрасывать ни один из них, потому что это является основой для понимания. То есть правда и факты. Так doświadczone społeczeństwa, jak Żydzi i Polacy, uniosą każdą prawdę, natomiast najwięcej szkody przynosi odwracanie się od prawdy.
такие опытные общества, как польское и еврейское, они переживут любую, даже самую тяжелую правду, а больше всего навредит именно не отворачивание от этой правды. Okay. Спасибо. Мне почему-то кажется, что Алексей Ильич Миллер хочет высказаться. Да, я просил слово. Да, да, я не видел, но я чувствую, что вы хотите. Вот мне кажется, что ближе к концу мы нащупали, с моей точки зрения, очень важный пункт. Потому что можно выстраивать два параллельных нарратива. Один нарратив о том хорошем, том, о чем приятно вспоминать в отношениях, скажем, польско-еврейских, да? И другой нарратив, нарратив тяжелый, нарратив ужасный. Я напомню, что когда польская журналистка, молодая девушка, спросила Романа Полянского, а вот как вы бежали из гетто, вот как это все было, расскажите. Он сказал, что я просто перешел на другую сторону улицы. Вопрос был не в том, как убежать, а вопрос был в том, как выжить на арийской стороне. И вот все эти вещи и вся эта тяжелая, иногда с несправедливыми суждениями по обе стороны дискуссия, которую в свое время начал Ян Юзеф Липский, и которая продолжается до сих пор. Мне кажется, что как раз попытки говорить о том, что по-настоящему больно. Но говорить честно и со взаимным уважением. Я видел ролики, которые снимали в Штатах против закона о Институте национальной памяти. С моей точки зрения, они чудовищные. Что не говорит о том, что мне нравится институт под названием Институт национальной памяти. Я думаю, что это очень плохая организация. Но так или иначе, мне кажется, что вот об этих всех вещах нужно говорить очень серьезно и очень спокойно. А пока у нас это не очень хорошо получается. И мы совсем недавно видели, как даже в наших отношениях, я имею в виду, между Россией и Польшей, у нас был период какой-то очень острый, очень оскорбительный в отношении обеих сторон, полемики, которую сейчас, я думаю, никому не хочется вспоминать. При том, что это все случилось, если мне память не изменяет, меньше года назад. Да, Алексей Ильич, эта тема, конечно, заслуживает отдельного сюжета и весьма болезненно для всех, кто любит Польшу, занимается польско-российскими отношениями, историей Польши. Конечно, она не может вся эта ситуация не огорчать и не беспокоить. Но вот вы знаете, я должен сказать, что поскольку мы говорим из Москвы, и вот здесь у нас, так сказать, большая часть тех, кто вырос в Советском Союзе, мы все-таки всегда воспитывались на примерах Польши и польской, ну, что называется, толерантности в отношении еврейского вопроса. Для нас, для меня лично, это кажется довольно странным, что вдруг вот так вот все пошло. И были истории Корчика, естественно, и его самопожертвования, его книги, и фильм «Вайды. Страстная неделя», и истории концлагерей, и многое-многое другое. Для нас это как-то, как мне кажется, было всегда само собой разумеющимся, особенно для людей нашего поколения. Я помню, что вот мы приехали с моей родственницей в Освенцим. Я первый раз приехал, решился поехать туда в 2005 году, хотя в Польше бывал много раз. И вот молодая женщина 1984 года рождения, она была очень удивлена. Она сказала: «Ой», сказала она, «оказывается, это в Польше». Вот я, конечно, был очень удивлен, что она только
оказавшись там, сопоставила эти вещи. Но это говорит только о том, что люди плохо знают историю, особенно современные молодые люди. И, в общем, как говорил правильно Виктория Валентиновна, просвещение – важнейшая часть понимания, взаимопонимания не только в польско-еврейских отношениях, но и в польско-российских отношениях, потому что у каждого свой нарратив, как говорит Алексей Ильич, каждый, так сказать, тянет в свою сторону, каждый помнит о своих только ранах. А раны, особенно в 20 веке, были такие, что, в общем, до сих пор мы все это разобрать и залечить не можем. И все же, если мы вернемся к нашей теме, я видел, Михаил Лашковский хотел высказаться. Pan, jak słusznie zauważył pan profesor Berendt, jesteśmy w relacjach polsko-żydowskich gotowi do tego, żeby wycierpieć najgorszą prawdę, a fałsz i kłamstwo tylko nas będzie dzielić. Jak zauważył profesor Berendt, my w польско-еврейских отношениях готовы вытерпеть любую самую горькую правду, а фальш и ложь будут нас только ослаблять. Jestem mieszkańcem Europy Środkowo-Wschodniej i w mojej części świata nic nie jest proste i nic nie jest jednoznaczne. Я являюсь жителем Центральной Восточной Европы, и в моем видении мира ничто не является простым и однозначным. Na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie, którym się opiekujemy, jest kwatera poświęcona działaczom dwóch organizacji żydowskich, Bundu i Zukunftu. Na kładbiście jewryjskim przy ulicy Okopowej, którym my zajmujemy się, da, którym my zabudziemy się, jest kwatera, sztab? Kwatera, część cmentarza. Участок кладбища, посвященный двум активистам еврейским. Двух организаций. Бунт и Двух организаций. Угу. Бунт и... Цукунфт. И Цукунфт. Будущее. Ten pomnik upamiętnia grupę bojowników getta warszawskiego, którzy przeżyli walki, wyszli z Warszawy i zostali wydani Niemcom przez jednego Polaka. Этот памятник посвящен людям, которые сражались в Варшавском восстании, вышли из Варшавы, и их выдал немцам поляк. 50 метров обок знайдują się гробы, на których rodziny umieściły informacje uratowana dzięki zaangażowaniu Polaków. А в 50 метрах от этого памятника находится могила, на которой есть надпись о том, что этот человек был спасен благодаря полякам. В этой квартире похован есть Марек Эдельман, последний przywódca повстання в гетте, повстанец варшавский, отзначенный через польские władze najwyższym ордером Орла Białego. В этой же части кладбища похоронен Марек Эдельман. Это последний руководитель Варшавского восстания, который получил высочайшую польскую награду. 10 метров от его гроба спочива Якуб Лейкин, который был вице-шефом полиции в гетте варшавском и został застрелен как немецкий коллаборант через боевников жидовской организации боевой. И в 10 метрах от его могилы похоронен Якуб Лейман, Лейкин, да, это вице-шеф, может, пан повторюще, вице-шеф полиции, вице-шеф полиции в гетте варшавском. Вице-шеф полиции в варшавском гетто, который был расстрелян как коллаборант. Не, как немецкий коллаборант. Немецкий коллаборант. Около 50 метров. Stamtąd, od tego miejsca, spoczywa Józef Różański. W 50 metrach od niego pochoronien Józef Różański. Polski Żyd, który przeżył II wojnę światową, a potem był szefem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i był takim postrachem
dla Polaków, których po prostu katował w katowniach służby, Urzędu Bezpieczeństwa. А в 50 метрах от него лежит человек, который был польским евреем. Он пережил Вторую мировую войну, потом стал шефом министром безопасности и, в общем-то, мучил и убивал граждан. Я додам, przepraszam, panie Michale, że Józef Urzeński katował również żydowskich więźniów w stalinowskim więzieniu. Я добавлю, что Юзеф Ружанский также мучил и заключенных еврейских. Да. То додам тylko так już на маргинесе, że w ramach prac wolontariackich na cmentarzu pracowaliśmy w tej kwaterze, oczyszczaliśmy tą kwaterę i tak się złożyło, że wnuczka osoby, którą Ружанский katował, oczyszczała wolontariacko jego grób. Я добавлю, что в рамках волонтерской кампании мы работали в этой части кладбища, и так получилось, что внучка того человека, которого замучил Ружанский, как раз очищала, работала в этой части кладбища. Але в той самой квартире, в которой целый час państwu opowiadam, есть похованный Леон Файнер, czyli ostatni przywódca, ostatni szef Żegoty. Organizacji polskiego rządu, polsko-żydowskiej organizacji polskiego rządu, która, której celem było ratowanie Żydów, Rady Pomocy Żydom Żegota. I w tej же части кладбища похоронен Леон Файнер, это последний руководитель организации Żegota, польско-еврейская организация, которая помогала евреям. Na medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest zapisane, że kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Как известно, говорится, что тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Как можем создать одну оповесть для тысячи миллионов światów? Как мы можем создать один рассказ для тысячи миллионов свидетелей? Каждый свят повинен, каждое житие повинно быть предметом, есть предметом badań историков. Jesteśmy готовы на даже наибольшую трагичную правду. Ale to jest Europa Środkowo-Wschodnia. Tutaj nic nie jest w 100% jednoznaczne. Każda жизнь должна быть предметом отдельного исследования, но не стоит забывать, что это центральная восточная Европа, и здесь ничто не может быть простым однозначным. Да, в общем-то, никто и не говорит, что здесь все так просто и однозначно, как говорил, в релациях польско-израильских. Тутай ничего не есть просто. Как говорил мой любимый Асар Эпель, с которым мы часто встречались и беседовали, мой сосед, как он говорил, Польша – это одно большое еврейское кладбище. Но другой мой приятель говорил, нет, не только Польша – одно большое еврейское кладбище, вся Центральная и Восточная Европа – одно большое еврейское кладбище. Вот. Но вопрос нашей дискуссии, так сказать, сводится к тому, и я, конечно, хочу обратить этот вопрос прежде всего к нашим польским участникам, и, может быть, даже господин директор сможет сказать какие-то слова, потому что без него мы в данном случае, наверное, не обойдемся. Все-таки когда, возможно ли, и когда состоится польско-еврейское примирение, какие факторы должны все-таки привести к тому, чтобы два этих великих народа пошли друг другу навстречу, и вопросы каких-то конфликтов и противоречий были закрыты. Исторически. Да. Можно я просто тут вставлю такую сноску? Никогда, а надо посмотреть на Мицкевича. Вот что на эту тему говорил Мицкевич? Что он говорил своему другу Арману Леви, умирая у него на руках, что это два братских народа, и ни в коем случае евреи не должны покидать Польшу, потому что они играют одухотворяющую роль. Это же романтическая концепция параллелизма, да, где и мессианство, и жертвенность, и все. Этот этос был унаследован евреями в польском романтизме. И очень многое объединяет, очень многое. И тут был упомянут Швентый Поменчи, пан Марек Эдельман. Я имела честь с ним встречаться. И когда ему был задан вопрос,
являются ли поляки антисемитами. Ну, это было на встрече. Он сказал, ну, посмотрите вот на меня. Вот чтобы спасти одного еврея во время войны, нужно было 5 поляков. Один ставит квартиру, пропитание, там документы, один и так далее. А сколько праведников мира в то, что ведет Яд Вашем, да, институт Яд Вашем в Иерусалиме, больше всего количественно праведников мира, то есть людей, которые спасали евреев, рискуя собственной жизнью, как раз в Польше. Самое большое число. Вот, то есть мы должны еще иметь в виду вот эту пропорцию. Значит, кто-то предал, кто-то выдал, да? А какое соотношение тех, кто спасал, и тех, кто выдал, да? Есть же статистика, она существует. Я лично знаю людей, которых спасли. Мысли евреев в Польше. Пан профессор Михал Гловинский из Иблю. Он спасенный ребенок из гетто. Его прятали в монастыре. И после войны там он там, его нашла его мать. Я знаю пани Туще, тоже ребенок варшавского гетто, который и сейчас живет в Варшаве. И ее спасали, передавали из рук в руки какие-то крестьяне, в какой-то монастырь. Она в монастыре, девочка еврейская, спасалась. И она мне говорит, что-то такое, я пришла к ней в Варшаве в гости, и у нее стоит елочка рождественская. И я говорю, пани Тущу, вообще, как это у вас там? Она мне говорит, а что ты не веришь, что Иисус Христос был жидом, и хочешь он еще охщил, его матка нигды. Вот, пожалуйста, ребенок варшавского гетто. И застава королеву Польски. Прошу? Ну, конечно. И застава королеву Польски. Ну, конечно. Конечно, конечно. Конечно, но это но мы же с вами в 21 веке, и люди про их политики делают, зарабатывают очки на прошлом, на исторических счетах. Идут разговоры о реституции, идут разговоры о том, кто более виноват и менее виноват. И, конечно, играют на самых лучших человеческих чувствах. Это мы все прекрасно знаем. И все же, мне очень понравилось выступление Виктории Валентиновны. Но что скажет польская сторона? Вот как вы видите движение Польши и Израиля навстречу друг другу? Пожалуйста. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, jaka jest instytucja najbardziej zasłużona dla lepszego poznania się młodych Polaków i Żydów. Nie знаю, знаете ли вы, какая instytucja najbardziej zasłużona dla poznania Polaków i Jewrejów? Linie lotnicze Wizz Air. Aviakompania Wizz Air. I to może brzmi trochę śmiesznie, ale nas, Polaków, zawsze boli to, że wycieczki młodzieży izraelskiej, które przyjeżdżają odwiedzać miejsca pamięci w Polsce, nie obejmują spotkań z polską młodzieżą. I to może zwyczajnie śmieszno, no nam очень żal, że te путешествия, które izraelska молодежь совершает w Polsce, k miastom pamięci, nie включают się w встречу z polską молодежью. Bo tak naprawdę tylko osobisty kontakt, czy z krajem, czy z ludźmi, potrafi zmienić opinię, którą się gdzieś zasłyszało. Потому что только личный контакт с человеком или страной может изменить мнение, которое кто-либо где-либо услышал. To prawda, że w Polsce i w ogóle w naszej części Europy
tak naprawdę przeprowadzono bezprecedensowe w dziejach świata ludobójstwo, Holokaust. I tak, to prawda, Polska i inne kraje w pewnym sensie są cmentarzyskiem Żydów europejskich. Да, это правда, что в Польше, в этой части Европы произошел Холокост, и Польша и другие страны в каком-то смысле являются еврейскими кладбищами. На терене Польши, может так. На территории Польши. На терене дичайшей Польши, Польша была тогда под оккупацией, это, очевидно. Да, на территории современной Польши, потому что Польша находилась под оккупацией. Але przecież to nie jest tylko... Polska to nie tylko cmentarzysko. Но Польша – это не только кладбище. И так направде, велю моих знакомых жидов уважа, что в Польше панует антисемитизм. Много моих знакомых евреев считают, что в Польше господствует антисемитизм. Jestem przekonany, że są osoby, które mają poglądy antysemickie. Я уверен, что есть люди, у которых взгляды антисемитские. Ale z drugiej strony ja sam nie jestem Żydem, ale często po pracach wolontariackich na cmentarzu zdarza mi się zapomnieć zdjąć kipy. Kipę, czyli to jarmułkę. No my znasz taką kipę. С другой стороны, я сам не являюсь евреем, но после волонтерских работ я иногда забываю снять вот шапочку эту. I czy to jest Warszawa, czy jakieś małe miasteczko, nigdy nie spotkałem się z żadną formą agresji czy niechęci. No, потому что у вас там арабов нет. Да, я переведу для слушателя, что несмотря на то, независимо от того, Варшава это или маленький городок, никогда я не встретился с проявлением агрессии в этом случае. Więc tak naprawdę, co należy zmienić? Ci ludzie, którzy w czasie II wojny światowej czy po II wojnie światowej mają jakieś osobiste złe doświadczenia z Polską. Ja to rozumiem, jest mi bardzo przykro, ale ci ludzie nie zmienią swojego poglądu tak po prostu, dlatego że będziemy mieli udaną debatę. Что можно изменить? Я считаю, что люди, которых во время или после Второй мировой войны был очень негативный опыт, они, мне очень жаль, но не изменят своего мнения, даже если наши дебаты будут исключительно в удачном ключе происходить. Więc tak naprawdę tylko spotkania młodzieży, wzajemne poznanie są szansą na to, żeby przyszłe stosunki były dobre. Поэтому только встречи молодежи, личные контакты могут привести к тому, что эти отношения будут успешными. Ale to nie dotyczy oczywiście tylko Polski i Izraela. Takie same nadzieje wiąże ze spotkaniami przyszłymi, mam nadzieję, czy Polaków i Rosjan, czy Polaków i Ukraińców. To się udało w przypadku Polaków i Niemców. Takie spotkania w latach 90. i wcześniej były szeroko organizowane i przyniosły bardzo pozytywne efekty. Это касается не только Польши и Израиля, это касается и Польши и России, Польши и Украины. Есть положительный опыт Польши и Германии. Такие встречи организовывались в 90-х годах, и все получилось наилучшим образом, привело к положительным результатам. Спасибо. Спасибо. Да, я думаю, что это очень существенный аргумент в пользу развития польско-еврейских отношений. Мне кажется, я вижу молодых людей из Израиля, вот когда мы ездили в Польшу, до пандемии и до всех этих ограничений в путешествиях. Конечно, я видел очень много израильской молодежи, приезжающей в Польшу, в этом районе, как он называется? Муранов. Муранов, совершенно верно. В Муранове очень много. Всегда, когда я ходил по Муранову, я представлял себе, сколько... Там уничтожили людей, смотрел на эти дома хрущевского типа. И просто, конечно, масштаб трагедии еврейского народа, произошедшей на территории Польши, он просто даже не представляем. Его трудно осознать, что там произошло. И, конечно, это должна быть улица с двусторонним движением. Понятно, что... Для нас, для России это тоже очень важно. У нас тоже растут всевозможные поколения молодых людей, которые вообще не представляют себе, какое место занимает Польша на карте мира. И
какое значение она имеет для России. И вообще, я, например, моих даже взрослых друзей, когда это было возможно, просто за руку возил и в Краков, и в Гданьск, чтобы показывать, какая-то прекрасная, интересная страна с великолепной историей и с необыкновенными людьми, с великолепной культурой, с литературой, с многочисленными подтекстами, которые мы до конца не понимаем и не осознаем. Ну, я немножко заговорился. Я все-таки... У нас с вами, во-первых, ограничено время. У нас, возможно, есть какие-то вопросы из аудитории. Как я не вижу этих вопросов. До того можно слово? Что-что? До вопросов можно слово? Нет, нужно, я же предлагал. Да. Так, во-первых, я хотел сказать, ну, ты сказал, что ты видел в Варшаве, в Муранове очень много молодых людей из Израиля, и да, это так, но надо подчеркнуть то, что в последние годы до пандемии ежегодно увеличивалось число израильтян, в том числе и прежде всего молодых, которые приезжали в Польшу не столько, чтобы сделать какое-то паломничество к местам гибели евреев, но просто как туристы. Это число этих людей ежегодно увеличивалось. Они чувствовали себя в Польше, ну, во-первых, это интересная страна, во-вторых, они чувствовали себя в Польше в безопасности. И это в то же время, когда в Западной Европе они не вполне чувствовали себя в безопасности. И это надо подчеркнуть. Мне лично очень интересно, как это будет, когда пандемия счастлива, когда пандемия уже будет в прошлом за нами. Это явление возродится или нет? Я надеюсь, что да. Во-вторых, я бы хотел сказать, что Виктория Мачалова сказала, что она не знает, сколько поляков там спасало евреи, а сколько поляков, например, убивало евреев или их выдавало немцам. Но я скажу так, что мне это тоже неизвестно. Но я могу сказать одно, что чтобы или там убить и видать немцам и евреям во время немецкой оккупации, это вполне хватало одного человека, одного злодея. А в то же время, чтобы спасти одного еврея, нужно было не одного, в большинстве случаев нужно было не одного человека, но очень-очень много людей. Причем не в течение, это не был один день или одна неделя, это нам нужно было в течение месяцев, даже лет это делать. Так нужно было тогда очень много людей, такая долгая цепочка должна быть. Ну и об этом надо помнить. Ну, во-третьих, я бы хотел сказать, что мы, конечно, я не могу говорить от имени польской стороны, что это вообще обозначает и там польского государства, но могу сказать так, что мне кажется, что поляки готовы к диалогу, и они готовы к тому, чтобы искать и принять правду. Профессор Беренц верно сказал, что это самое главное, чтобы не отрицать правды, когда мы уже найдем эту правду. И это так, но на обеих сторонах, то есть и польской, и еврейской, есть тоже такие люди, которые не намерены на то, чтобы эту правду, эту истину искать, принять, но на то, чтобы, ну, скажем, унижить партнера. И, по-моему, надо стремиться к тому, чтобы эти люди, а они, я бы сказал, мы их можем, к сожалению, найти на обеих сторонах, чтобы их влияние на то, что происходит между поляками и евреями, между евреями и поляками, чтобы оно было оно было как можно минимальным. Минимальное, да.
Это, так сказать, ну, это может, может быть так, цель такая минимальная, но, по-моему, это, с этого надо начать. Ну, хорошо. Что ж, прекрасно. Прекрасно. Всем а мы можно, будем... Петр, нужно, я... нужно, нужно, конечно, Виктория. Я хочу сказать, что мы стараемся что-то делать в этом направлении. И мы возим российских студентов наших в Польшу. Мы проводим летние школы, где нам читают польские профессора. Шимон Рудницкий, Артур Марковский, Аня... Не буду всех перечислять. Мы специально возим наших студентов, которым мы показываем совершенно не только Освенцим. Мы стараемся представить, сколько мы можем, да, богатство польской культуры и польского наследия. И Аня Михайловская-Мичельска, Ханя Венгжинек. Это все наши коллеги, польские историки, которые читают нашим студентам с переводом или без, Алина Цава. Мы очень тесно сотрудничаем с польскими коллегами. И наши студенты возвращаются просто в восторге. И только и думают о том, когда мы сможем еще устроить летнюю школу в Польше. Ну, тут пандемия нам мешает, но мы это делали уже не раз. Вот. И всегда наши студенты российские возвращаются очень воодушевленными и, я бы сказала так, вот патриотами Польши. Ну, каждый, кто побывал в Польше, не может в нее не влюбиться, это ясно. Да. Да. Это хорошо известно на примере многих советских чиновников, которые отправлялись в Польскую Народную Республику крайне предубежденными, скептическими, а возвращались просто лучшими друзьями Польской Народной, Польши. Да, это мы знаем. Ну хорошо, мы работаем уже, друзья, 2 часа, между прочим. У нас есть вопросы из зала? Как у нас там? Вроде написано, вопросов нет. То есть мы так в своем котле немножко поварились и пообсуждали то, что нам близко. Понятно. Господин директор, какие у вас есть предложения и пожелания по текущей повестке дня? Что ж, по-моему, мы подходим к концу. Я могу сказать, что я доволен тем, что мы начали разговаривать. Я могу сказать, что мы будем искать формат, какой формат, чтобы продолжать нашу как польского культурного центра, наше намерение способствовать польско-еврейскому диалогу в России, но тем более, что мы из-за нехватки времени мы даже не пытались ответить на многие вопросы, которые очень интересные, но и важные. Но теперь уже, как сказал, по-моему, нет времени, так что постараемся, чтобы когда-то найти площадку, чтобы вернуться к этой теме. Обязательно, обязательно мы вернемся к этой теме. Я просто не до конца уверен, что, в общем, мы, россияне, как третья сторона, в общем, должны учить поляков и израильтян, как выстраивать свои отношения. Это, в общем-то, их дело. И с нашей стороны, как так сказать, со стороны друзей, и того, и другого народа, со стороны друзей и Израиля, и Польши, есть только большое желание и пожелание с тем, в том, чтобы все было у вас хорошо. Спасибо огромное. Да, спасибо вам, всем, кто участвовал, особенно Ольге спасибо за ее нелегкую переводческую работу. Благодарю. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания.